Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый день. Сегодня женихи Родион, Роман и Антон. А невеста у нас Екатерина. Екатерина, 30 лет, не решается расторгнуть брак с нелюбимым мужем до тех пор, пока не найдет ему более достойную замену. Екатерина – индивидуальный предприниматель, занимается продажей ювелирных изделий и сумок, живет в Ростове-на-Дону, ест по ночам шоколадные конфеты, снимает ТикТок и мечтает о кабриолете в разноцветных стразах. Екатерину не заинтересует мужчина в старомодном свитере и сандалиях, надетых на носок, выйдет замуж за стильного кареглазого брюнета, который умеет носить мужские украшения, не экономит на обуви и умеет ублажать любимую женщину. Здрасте. Здравствуйте. Так, дорогие ведущие, я хочу от себя сделать вам подарок от своего магазинчика «Презент». Девчонка сама классная, очень крутая, симпатичная. Вот интересно, почему она пришла вот со своим бывшим мужем? Платье роскошное, просто ваше или взяли на прокат? На прокат взяла. Ну, потому это что такие вещи неразумно. Один раз надел, показался на Первом канале. Ну, Первый канал это все-таки... Вот. Ну, понятно, но потом уже все, оно никуда. Как классно выглядит, вообще супер. Классные волосы. Такое платье такое, не пойму, это вечернее платье, только прям супер. Андрей, вы любите жену свою? Люблю. Я представляю, вот вы же человек со своими чувствами, да, со своей судьбой, со своей единственной жизнью. Вот каково слышать, видеть, наблюдать, что жена приехала выбрать нового мужчину? Ну, если вдруг не получится у нее, то так уж и быть. Ладно, доживайте свой век, донашивайте свою старую жену. Вот как это вам? Ну, понятно, тяжело быть запасным аэродромом, так сказать. Такое себе, это, мне кажется, куколдизм в высшей степени прийти с мужем, и при том, при всем, муж еще не высказывает никаких фи. С Катей мы-то уже длительное время вместе были. 10 лет вместе прожили. Дети вот. Есть? Дети, да, есть сын. Сколько ему? Ему 4,5. Кать, хороший отец? Неплохой. Не самый лучший, конечно, я хочу сказать. А что в нем не так, ну вот как у отца? Как у отца? Единственное, что мне не нравится, вот что, пример он ребенку не показывает в плане, как мужчина. То есть, допустим, он спортом не занимается, что мальчик, он должен смотреть. Знаете, как есть отцы, которые занимаются физически такие, что вот ты вот там... должен быть. А есть те, которые не занимаются и физически абсолютно пассивны. Но лучше их, отцов, не сыскать. Если честно, я не знаю, как сейчас выйти к ней и посмотреть в глаза ее мужу. Это будет самый неловкий момент. Я, Ларис, люблю больше, когда вообще идеально. Я вообще люблю все идеал. Что начинается с образа моего. Так что... Скажите, а вот когда выходили замуж за Андрея, да. Вы так же выглядели? Я была побольше и была брюнетка черной. Ну вот он же тогда был лысый. И что? Мужчина же не про это. Смотрите, какая у вас любовь и нежность, как он вас держит за ножку. Это после родов. Что потом произошло? Вот что потом произошло? Ну не бывает такой метаморфозы. Вот посмотрите, абсолютно лицо один в один, какое сейчас. Та же грусть какая-то вселенская. Кать, рассказывайте на самом деле. Ларис, я вышла за него замуж, потому что он меня любил сильнее, чем я его. Это мне всегда... Но все равно чувство же какое-то было. Нет, были чувства, как бы как родному человеку. Ребенка родили, дети без любви не родятся. Есть ребенок, я думаю, что есть смысл сохранять семью. Ну да, потом ребенок вырастет, посмотрит. Какой момент вам перевернуло сознание? Какая из страниц, не знаю, там, ну не будем их называть. После того, как родила. Да. Да, после того, как родила. Вы смотрели на себя в зеркало, и что? И что? И поняла о том, что я хочу другую жизнь. Да, я хочу поменяться, я хочу другую жизнь. Но на тот период этапа мы с ним почему тогда не разошлись, потому что у него был очень такой жизненный момент тяжелый, он лишился очень хорошей работы, лишился всего, он просто остался без ничего. И бросать на тот период времени, мне казалось, это очень подло, некрасиво. А мама вам не говорила: Катя, что ты делаешь, у вас ребенок. Нет. Это отец, а потом будет отчим. Ну и пусть не будет. Не бьет. Ну и что? Не алка. Скажите, пожалуйста, Андрей, вы потеряли работу и сели на шею Екатерине? Ну честно.
Там как получилось? Были некоторые сбережения у нас, да? Потом, не, на шею прям я так не садился. Блин, даже не знаю, как это выразить. Как есть. Если не придумываете, то нет, ничего, то у вас прям все будет из вас литься. Я понимаю, что Катерина перед передачей провела с вами соответствующую работу и сказала, только попробуй про это сказать, только попробуй нет, вот эту нет, тему нет, задеть. Нет, 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 ни в коем случае. Тогда Лариса, говорите все как есть. Мне кажется, он добрячок. Вот прям такой добрячок. Вот прям вот, мне кажется, он делать будет все, что она скажет. Когда я потерял работу, я долгое время не мог себе найти другую работу. Mm-hmm. А если не секрет, какая у вас была работа? Я был коммерческим директором цементного завода. Mm-hmm. А когда потеряли, нельзя было на ступеньку ниже и продолжать работать, например? Нет, там... Так нельзя, там на ступеньку ниже то нельзя опуститься. То есть на диван, да? Вторая ступенька да. – это диван. Да. Телевизор, депрессия, да? Нет, не телевизор, депрессия. Почему? Я как бы начал искать работу, но дело в том, что как бы я не готов был совсем уйти менеджером, mm-hmm. опять работать, начинать опять все снизу, так скажем. Да, поэтому лучше ничего не делать. Когда у тебя семья и у тебя начинаются проблемы с работой, это, конечно, твоя вина, но тут не обойтись без поддержки женщины, без поддержки твоей жены. Я еще чем занимался, это ремонтом квартиры там занимался. Ну, то есть была какая-то польза от вас? Да, ну, пытался я там на машине, там таксовал, грубо говоря. Кать, почему не развелись вот окончательно и не сказали, я тебя не вижу рядом с собой никогда? Ну, вот когда прижимает женщине, да, вот прям по самое горло. Вот я бы первое, что сделала. Вы извините, у нас такая правда. Тоже мне можете говорить правду всякую. Mm-hmm. Смотрите, вы женщина. Да. Почему не уберете папиллом из глаз? А почему должна это делать я? Молодой мужик, что это такое? Это инфекция, это надо убирать. Лариса, смотреть должен, невозможно. Говорили? Он должен... Говорили? Говорила я ему, что надо убирать. Что он сказал? Боится страшно? Нет. Он просто ничего не делает. Да, я понял, у меня, да, папилломы, мне нужно убрать. Все. Иди, деньги есть, все есть, иди, дело нет. Один раз это косметическое, потому что на это смотреть невозможно. Ребята, мир изменился, все, никакие черные зубы, никакие седые волосы, ничего, не все, это сегодня не проходит. Вот она сидит в сетях и смотрит на красивых мужиков с кубиками, с идеальными лицами, загорелые волосы назад, понимаете, на классно. Приходит, там вы сидите... Как кефир прошлогодний, понимаете? Никакой. Бесит ее? Бесит. Блин, она жестко на самом деле. Как так можно? Ну, совсем застыдила мужика. Вы пошли и занялись собой, я так понимаю, да? Волосы нарастили, похудели. Да. То есть вы собой занялись. Я, да, и грудь себе сделала. И он же меня не заставлял. А за чьи деньги? За свои вообще-то деньги сделала. Но у вас не могут быть в семье свои деньги, могут понимаете? Быть, не могут. Роза, могут. Общие. Быть, знаешь, общие, могут но могут. Быть. Скажите, вы вообще ничего не приносите. А сколько вам приносите? Было, когда вы стали работать? Приношу. Ребенку сколько было? Год и 3 месяца вроде бы. Кто с ребенком сидел? Маленький же, кто помогает? Кто сейчас с ним? Сейчас на данный период времени это бабушки. А тогда, когда я работала, вот Андрей сидел дома, играл в свой компьютер, который тоже безумно мне не нравился, меня бесил. Бедный ваш ребенок. Один в компьютер, вторая в сетях. Как сидел? Ну, у нас есть телевизор. Включил телевизор, в кроватку посадил, ну, посмотрел. Такая молодец уже. Смотрите, получается, ребенку год и 3 месяца, она уже работает. Трудоголик. Видно, что трудоголик. Почему не сесть на кухне и не договориться? Лариса, хорошо. Сколько можно вот смотрите, Кать, в семье даже условия работают. Вот условия работают. Я с своим мужем села и договорилась, сказала, да, я такая, я злая, я нетерпимая, я вспыльчивая очень. Но при этом я хорошая хозяйка, не даст соврать, я хорошая мать. Я все это делаю. Я сказала, но если ты не выполнишь вот это, вот это, вот это, я не лягу с собой в кровать. Меня это бесит, мне не нравится. Это некрасиво. Это вонюче. Ну, не знаю, но это на время. Это опять на время. Ну, договорились мы. Короче, Андрей, вы не любите Катю. Ну, такую мало сделать. Пойти убрать эти папилломы чертовы. Смотреть противно. Лет-то сколько тебе? 43. О, 43. Кризис. Кризис среднего возраста. Не, ну я согласен, она следит за собой, она хорошо выглядит. Ну да, для него она хорошо и выглядит. А мужчина, вот он... тем более, если он старше, надо уделять этому больше времени. А вот вы ищете мужчину на мармулях. Это что такое? Ну это он должен быть, во-первых, ухоженный. Ухоженный. А мармуль, это что такое? Мармуль на мармулях, ну он должен, ну как... И нет, быть... слово это что обозначает? Мармулях, ну как объяснить вам...
ну, весь вот такой вот, там, на прикиде, на препарате, чтобы у него там... На понтах, да? Ну, нет, понты нет, я не воспринимаю. На мармулях, все, что вы рассказываете, одет был красивый. У нас это назывались понты. Ну, нет, понты – это, по мне, немножечко другое. А на мармулях, чтобы он был ухоженный, весь одет и красиво, Кать, модно. Вы понимаете, что те, кто в ТикТоке, это их работа, это их профессия. Вот они сначала 4 часа со стилистами крутятся перед зеркалом, выбирая себе одежду. Потом их гримируют. А я сейчас говорю потом вам их не о снимают красиво. Ларис. Но не о нет, я не на стороне Андрея. Первый раз. Давай, Ларис, посмотрим. Давай, у нас есть видео, там... как потому что TikTok вы же хотите его притащить в эту историю под названием ТикТок, чтобы он снимался вместе с вами. Конечно, конечно. Давай ему посмотрим. Jumping like a trampoline. Got the trap jumping like a trampoline. Jump. Я встречаюсь с дедушкой, лучшим дедушкой в мире. Он моя квартира, он мои виниры. У него очень много денег, и ему очень мало надо. У меня очень мало денег, значит, мы с ним идеальная пара. А сколько у вас подписчиков? 225 тысяч. Чувствует, что он не хочет. Только если я хочу, да, допустим, работать на камеру, там, двигаться, да, что-то там изучать, готовиться. То есть мне это, я кайфую от этого. Очень жалко смотреть на Андрея, на вас смотреть. Это жалкое зрелище. Жалкое зрелище. И стыдное. Хочется провалиться. Хочется глаза в пол. Понимаете, Екатерина, это ваш выбор. Ваш выбор. Нет, это не выбор вашего мужа. Все эти претензии, я понимаю ваши по отношению к нему, но он не должен сниматься, он не должен в этом соответствовать. Это не его путь. А что его путь? Сидеть? Что? Значит, тогда вы должны были нашим редакторам поставить конкретную задачу. Ищу тиктокера. Конкретно его. Нет, тиктокера я, Ларис, вам я тебе... Как... Секундочку, вот как... а так тиктокера... следующий будет, который скажет, слышишь, да не хочу я вот это. Эти что, петрушка? Эти что, обезьяна? Это для молодых. А давай спросим, как вам это? Вас это не унижает? Нет, ну я не в восторге от съемок в ТикТоке, конечно. Так видно, у вас все на лице написано. Почему они не разводятся? Я не могу понять. Он ее не отпускает, она его не отпускает. Или они как-то друг друга не отпускают. Знакомьтесь с первым женихом, а там дальше посмотрим. Проходите. Привет, Кать. Меня зовут Родион. Я знаю, ты сладкоежка. Надеюсь, тебя удивит мой тульский пряник. Спасибо большое. Идемте. Родион, 42 года. Управляющий сети заправочных станций. Владелец автопарка по грузоперевозкам. Живет в Туле. Мечтает увидеть своих дочерей. Признается, что из-за финансовых претензий к третьей супруге не может официально расторгнуть свой брак. Ни с одной из бывших жен Родиону не удавалось сохранить нормальных отношений и продолжить общение с детьми. Надеется, что Екатерина не сочтет его негодяем. Здравствуйте, Родион. Здравствуйте, Ларис. В общем, вы с нашей невестой Екатериной из одного профсоюза, женатики. Ну, есть опыт за плечами. Похож на Шрека. На восточного Шрека. Скажите, пожалуйста, Родион, вот ваша мужская солидарность не срабатывает по отношению к Андрею? А вам не кажется, что это... нехорошо, что Екатерина издевается и унижает Андрея, что ему здесь не очень комфортно находиться в статусе живого мужа, при котором живая действующая жена выбирает себе следующего. И на всякий пожарный. Она больно ему делает, но может и не выбрать. То есть если она посмотрит и скажет, что вы даже хуже, чем ее муж, она оставит своего. Что-то унизительно, что он сидит от боли, согбенный. Мне, если честно, то очень сильно жалко его. Я не понимаю вообще, почему Катя привела его сюда. Я понимаю. Я бы не поехал, если честно. Поставила условие, любит ее. Либо хочет сохранить. Едет, да. А она поставила условие, должен поехать. Она так хочет. Возможно, козырная, да. Понимаешь? Возможно, да, вот я пиара. Поехала, ему муж рядом. Он семью хочет сохранить. Я понимаю его. Я прекрасно понимаю. Да, а ей нужны подписчики. Сохранить.
Катя, мне кажется, он хочет сохранить семью. Нет, если бы он хотел бы, он бы что-нибудь бы сделал с собой. Он бы что-то точно, как минимум. Он ничего не делает. Мне кажется, что он очень хороший, добрый парень, сильный, широкой души, но не эпатажная личность, которая нужна Екатерине. Как так оказалось, что вы 9 лет были в браке, да? 11. Ох, мама дорогая. А что не расстались-то окончательно с печатью? Да здесь ситуация не в разводе, а не в печати. Формальность в том, что у нас совместно нажитое имущество, у нас дом, который, в принципе, я строил. И... Скажи, а все три девочки от одной женщины? Нет, от всех трех однозначно женщин. Мой хороший. Ах ты, паразит такой. И почему не дают они ни одна общаться вам с детьми? Я, честно говоря, не знаю. Я пытался выйти на детей, контакты через самих мам. Родион, это надо так баб разозлить, чтобы они не давали вам детей. Ну, наверное, все-таки, скорее всего, обиделись. Это таким танком нужно. Ну, ладно, по одной, допустим, прошелся, а по трем-то? По молодости это да, потому что темперамент, в принципе, и анализ вообще окружающей среды ну, женщин. Ну, короче, изменял. Ну, я бы не сказал бы это так громко. Он такой шустрый, на самом деле, шустренький парень. Видишь, три жены. Я вообще, я даже себя с одной женой с трудом представляю. Родион, ну а почему превратился в злостного неплательщика алиментов? Не верил, что от вас дети или что? В чем дело? Нет, если бы не верил, что от меня дети, вряд ли бы они этим занялись. Тогда бы. Что? Я так понимаю, ну просто первая жена, она сейчас, я узнала, стала судебным приставом, вышла замуж тоже за судебного пристава, стала старшим судебным приставом. Молодец. И поэтому, знаете, месть – это блюдо, которое подается холодным. Я так понимаю, она выждала какой-то... Ей больше ничего не осталось. Слушайте, а это не она в 2009 году была у нас на программе? Очень давно, правда? Нет, это вторая часть Грузинского балета. А у нас есть видео, можно посмотреть? Он подошел ко мне и сразу же сказал, ты будешь моя. Через 3 недели мы уже стали жить вместе, через 1.5 месяца приняли решение завести ребенка, инициатива была его. Я хотела ребенка, я согласилась. Вышли замуж? Мы очень сильно конфликтовали с мужем, у нас каждый день были новые конфликта? Ссоры. С самого начала, когда мы познакомились, у него было образование фермер-пчеловод, и он работал торговым представителем. И все какие-то задания, которые надо было делать ему, делала я. Ссорились из-за этого, он... Наташа, делай. Я говорю, я устала, не могу, хочу полежать, тут болит, там болит. Ну, конечно, разбаловала сначала помощью своей, а потом... Ну, как бы не хочу. Тем более, что я еще работала на своей работе. А он уже привык. Я когда сидела с ребенком, всю зарплату, которую он получал, он домой не приносил. Хотя получал, ну, хорошую зарплату. Я не видела ничего. Меня полностью, мне помогала мама, либо сестра. Как мы изменились, Роско, да? Да. Вы красотки сейчас. Нет, ну я-то себе там больше нравлюсь. Сейчас прям совсем что-то я сдала. Мы ну, ладно, просто с возрастом все мудреют. Там можно посмотреть на это, но здесь уже мудрость. Мудрость в килограммах только почему-то да у меня почему, измеряется нет. Моя мудрость. Человек такой медведь. Добрый, порядочный, честный, справедливый. Мне кажется, просто жена не заслуживает этого. Ну, никто не знает, при каких обстоятельствах да. Они развелись и то, в каком цвете его выставили. Это известно только им двоим. Да. Вообще жених, у которого много долгов, ипотека. Немного долгов, и все остальное. Все это решаемо. Вам до конца жизни это все решать. Это. И вместо жилья особого, у вас это какое жилье? У меня? Да. У меня в собственности квартира, паркинг. Квартира у вас большая? Достаточно. А с мужем в доле? Нет. Нет, у меня своя квартира. То есть это кто вам квартиру? Родители? Кто, да? Или? Нет. Кто? Заработали так же. Ну, заработали мы с мужем. Какую-то квартиру мы вместе заработали в свое время, другая квартира – это его, где он сейчас живет. Вот ту, которой вы сейчас живете, вы заработали вместе с мужем. Заработали вместе, а что же вы свою долю-то не попросили, миленькая? А какая его доля? А нет, его так доля... он еще попросит. Доля... Так они женаты. Ой, милая. Нет, у нас есть брачный договор на минуточку. Нет. Глазки открой. Вон одна его жена, вон судебный пристав пошла. А он сейчас быстренько по себя придет после нашей программы. Нет. Даже он тебя быстро на место поставит. Не поставит. Поставили. Так забирает квартиру, блин. Ага, сейчас прям забирает. А сын куда будет? Она сейчас жениха вам приведет такого? Сын вообще без ничего останется. Как это сын? Сын не без ничего. Она сама сказала. Она сама сказала, сын по боку. Мне кажется, она тоже из него через пару лет все соки... Да, такого же ждуна потом сделает. А сын прописан в вашей квартире, где вы живете? В моей. Нет, а в вашей не прописан? А вы, у вас есть другие дети от других каких-то браков?
То есть вы пока... Но мне единственная жена, первая. А вы пока не записали на сына или там долю или что-то в своей, вот где вы сейчас живете? Нет. Или она стоит там копеечная какая-то? Почему не записано? Записано. Что ты? Что записано? Ну, квартира, в которой ты живешь, это подарок ребенку. Понятно, сыну. Но еще не оформили. Как она не оформлена? Да? То есть, когда вы женитесь, ваши, которые первые отдали полностью Кате, та, которая сейчас, вы ее подарите сыну, а вы будете где жить? В коробке из-под апельсина? Нет. Из-под телевизора? Нет, почему? А где? Нет, ну, смотрите, Катя говорит, как это? Конечно, подаришь ее сыну. Подарит. А если он заработает. Женится? Нет, так, смотрите, угу. Где он ее заработает? Сейчас заработать невозможно. Ну, как невозможно? Вот смотрите, вы разводитесь, так. У вас муж. Угу. Все, он уже за вас отвечает новый. А да. Почему ваш бывший, ты должен быть бабулем? Он тоже женится, приведет новую женщину куда-то. Он родит новых детей, пропишет, куда? Почему он зарабатывает? Нет, то, что это я заработаю. Он сейчас стоит, он не, говорит, я реально он заработаю. Сейчас стоит. Вы реально такие сказочники, правда? Вы прям на вы прям смотрите, не, вы просто... это верите, да? Да. Катя, она более яркая, эпатажная, энергичная. И не то, что кто-то из них хороший, кто-то из них плохой, просто они разные, и из-за этого они друг друга не понимают. Скажем так, юридической точкой вопроса в бизнесе я занимаюсь. И бухгалтерию я веду. То есть у вас есть деньги на новую квартиру сегодня? Вот, когда сейчас никто нету, но я могу рассчитать. Когда... Нет, разный. Вы бухгалтер? Это ее бизнес, вы говорите? Это ее бизнес. Пока бухгалтерию я веду ее. О, миленькая, ты вообще пролетаешь, как фанера. Сколько интересного мы узнаем? Роза, я не пролетаю. Сколько вы интересного на программе узнаете? Какой бухгалтерию он ведет? Вам нужна такая бухгалтерия. Налоговую сдавать правильно документы. Все, чтобы я не нанимала бухгалтера. Все. Все остальное в общем, он вообще к этому не причастен. Невозможно, ребят. Можно. Там, где... Нужно. Ну тогда оставьте ему хоть что-нибудь, чтобы он женился и перевел куда-то. А что ему оставить? У него сейчас магазин, чем он занимается, там вложение тоже моих денег, которые я работала. На своем как горбу таскала сумки. Ездила. Это она сейчас пиранюшка, а потом акулу вырастет. Ой, там совместных было 500 тысяч. А выросли они в другую сумму. Нет вопросов к невесте совместно. Я уже все, вопросов больше нету. Показывайте сюрприз. Хорошо. Ну, это как шило на мыло, знаешь, менять. Они, собственно, не особо друг от друга отличаются. Интересно, тоже тот много... более спокойный, этот, ну, более активный, но все равно, понимаешь, это не ее формат. Я, с вашего позволения, смогу жену вашу... А чего вы у него спрашиваете? Донести. Донести. А-а-а. Не против? Нет. Это сюрприз такой, нет, да? Для этого вставать надо сначала. Ну, да? Давайте, приподнимемся, да, я вас... Ой. Не урони невесту-то. Да нет. Да. Хотя она я дорогая невеста, меня ронять нельзя. Бедный, бедный, бедный Андрей. Я считаю, тут все ясно, очевидно. Она просто молодой, нашла себе муженька побогаче, отжала у него всю энергию, все финансы, а потом, когда уже, собственно, дошло до там, не брака, знаю. Детей... Я с тобой поспорил, вот ты же слышал всю историю. У него, то есть, нет ни бизнеса, он ничего не хочет делать. О! Смело! Ну что, начнем? Как тебе? Нравится? Да, очень. Открывай рот. Да, смотри, держи. Классно, да? Супер. Еще, держи. Супер. Ну, вот еще. Понравилось? Да. Классно? Да. Супер. Я знаю, держи еще. О, боже. Нормально? Да. Давай еще. Еще. Смотри, как. Ух ты, какой сладенький. Ты, блин. Еще. Много. Больше. Держи. Я на его месте бы, наверное, уже вспыхнул, встал и перевернул эту кровать. Да. Откуда у человека столько терпения, столько силы? Я в шоке. Да насколько у него сильный стержень? И? А вы что подумали? Мы подумали, что вы там едите бутерброды с колбасой. Ну, мы немножко перефразировали, потому что она любит сладкое, поэтому, в принципе, конфеты – это самое, наверное, актуальное, то, что можно было предложить. А в темноте надеюсь. И под одеялом, чтобы никто не попросил из нас? Давайте помогу. Спасибо большое. Конечно. Нет, почему же? Спасибо, проходите, не провожайте. Хорошо, я просто хочу вам... Ну, собственно, большего ожидать и не приходилось. Я был на 100% уверен, что все, чем они занимаются, это именно поедание конфет, чувак. Понравился вам? Отдадите с легкостью в руки Родиона? Это не ее вариант.
спортом не занимается. Да, телосложение раз, да. Я думаю, что раз он там занимается бизнесом, он, скорее всего, не сможет ей так времени уделять достаточно. Плюс, как бы, там еще другие дети есть. Это значит, он по-любому будет там добиваться до других детей. А Екатерина, она такая, любит, чтобы все ей было. По невесте, не знаю, 50 на 50. Оболочка есть, внутренность пока непонятна, поэтому не готов ничего сказать по невесте. Скорее всего, я к ней не выйду, если она выберет меня. Не знаю. Ребят, уже разбегитесь окончательно. Не держите его про запас на всякий случай. А я держу его про запас. Почему? Ну, вот это как вам объяснить? Давайте я вам приведу пример. Вот я сейчас сижу, пью кофе свое. Пусть оно остывшее, пусть оно холодное, я его пью. Мне кто-то предлагает, давай, Катя, тебе кофе налью. И вот наливает кофе. Я вижу, что мне наливают кофе, да-да-да. По идее, могу эту кружечку отдать официанту, забирайте, я вот жду кофе. Но я его буду пить до тех пор, пока мне не принесут кофе свежее, когда я не убежусь в том, что оно вот оно стоит, я его вот беру, тогда я только отдам свое холодное старое. Я бы сказал вот так. Катя, она эмоциональный человек. То есть у нее бывает как? У нее как волнами могут нахлынуть эмоции, а потом спад резкий может быть. А ты вообще безэмоциональный. Я не такой эмоциональный, как ты. Ты вообще безэмоциональный. У тебя все просто. А тебе эмоции бьют так, что сегодня так, а завтра может быть вообще быть противоположное. Зато я интересно и классно живу. Ну, с тобой тяжело жить. Ну, знакомьтесь со вторым женихом, проходите. Ты нудный. Ну что, зато стабильно. Ой! Она сейчас посмотрит троих женихов, и им никто не понравится, они поедут домой спокойно. Мне кажется, что он просто ее очень любит и готов пойти на все, вопреки здравому смыслу. Катя, привет. Привет. Меня зовут Роман. Угу. Ты очень классная девчонка. Уверен, что мы с тобой наснимаем классных видосов. Спасибо большое. Роман, 32 года, владелец фотостудии и сервиса по ремонту телефонов. Живет в Тамбове, снимает ТикТок, увлекается вейкбордом и гоняет на мотобайке. Мечтает отправиться в кругосветное путешествие на яхте. Избранница Романа нашла неординарный способ привлечь к себе внимание и изменила ему с другом. Надеется, что Екатерина не будет использовать запрещенные приемы. Здрасте. Здравствуйте. Тоже хороший парень, модный, стильный, креативный. Тоже телефон. Но мне кажется, что она его просто съест. Но он ее не вывесит. Ну, вообще, оригинальный способ, да, привлечь себе внимание. Это не то, что там грудь новую сделала, перекрасилась, нарастила, а пошла и с дружком переспала. Молодец. Нет, ну это нужно немножко услышать историю. История, то, что внимание было. То есть она проявляла внимание, ногти покрасила, еще что-то, там реснички наклеила, там прическу изменила. Я не обращал внимания на это. То есть, ну, красиво, красиво, классно, классно, да. И... А вы вместе жили? Да, жили 5 лет. А замуж звали? Да, замуж звал, но я не хотел свадьбы, там супер, там пышные свадьбы. Мне лучше съездить, отдохнуть, то есть на остров. Потусить, покайфовать. Ну, правильно, почему так сейчас многие? А вот именно ей хотелось именно вот именно этой свадьбы, и до этого у нас как бы не доходил. Мне кажется, ну молодой прям, очень молодой. Еще расти, расти. А друг ваш молодец. Прям по-дружески, чтобы сохранить ваши отношения, думает. Не, ну там ситуация была такая. Помогу. И я их сам познакомил со своим другом в этот момент. А она как раз, наверное, хотела это внимание, позитива, больше эмоций, какая-то красивая. А он очень красиво говорит. Там, наговорил ей. Прошло 3 дня, и она уже ушла от меня по-английски. По-английски ушла, я не знал, куда она ушла. Не знал. То есть я думал, это очередная, то есть, выходка, капризы, то, что у нее периодически бывали. Ну хорошо, как узнали, что она с другом? Ну, спустя там какое-то время, естественно, 2 недели, 3 недели прошло, до меня дошла информация, что она ушла к нему. А вы не пытались ее вернуть как-то? Нет, я уже не пытался. Мне кажется, у него немножко характера не хватает, раз его девушка изменила с его другом. Тут 2 вопроса. Что за девушка, что за друг, и что он за человек такой, если окружает себя такими людьми. Как вам вот Екатерина, ребенок, муж, который настоящий, работает, ты тоже, он видишь, бывший. Хочет стать звездой ТикТока? Не, настоящий. Вот бывший, ну, он был когда... Ты когда штамп, вот, когда ты показываешь, ну, Екатерина сама паспорт, очень классная. Очень мне нравится, очень классная. И то, что она с мужем пришла, это тоже как бы нестандартно. И уже мы можем... Честно, да? Да, честно. И мы можем честно познакомиться уже с мужем. Покажи сюрприз.
Если он будет расти не только в этих движениях, а дополнительно, да, мне кажется, у них будущее может получиться. Но опять-таки, там же муж. Какое там может быть будущее? Такое поверхностное просто. И веса, Катюш, можешь его поддержать? Them long like a chain, giant after giant, them long like cane. Me fly in the sky, me land on plane. Monday to Friday, the Saturday, the same. Me see Jesus when me smoke on a Sunday. Levitate, me no know where the gun day. I in the sky, me a chill with the Sunday. Them a ask me for Mary Jane, me say leave me alone, me no know where the nun day. Meditate, Babylon. Спасибо большое, спасибо. Роман, проходите со своим другом в комнату. На дачу можно вас взять, да? Он едет с нами на дачу. Андрей, слушаю вас. Это вариант Екатерины? То, что надо. Снимать, танцевать, она любит танцы. Ой, прям. Хороший. А вам как? Хороший. Понравился. Роза? Ну, конечно, вы Роману 300 лет в обед сдались. Ну, ты отлично оттанцевал. Я сберет, бро. Так что... Классно. Я видел между вами энергетику. Так что... Есть искра. Да. Все, у тебя хороший шанс вообще. Нафига ему заботиться о женщине, да еще с ребеночком. Ну, по-моему, очень понравилось. Ну, единственное, у меня вопрос, сколько же он зарабатывает? Фотостудия, это же не такой уж бизнес прибыльный. Ну, у него зато перспектива хорошая. У него не только фотостудия, у него еще... Не, у Кати пунктик, чтобы зарабатывал больше, чем она. Сервис по ремонту телефонов. Он интересный, но просто она не видела еще меня. Тебя на закуску оставили. Нет, я вишенка на торте. У вас что же так сидит тут это, королевщина, что ли? Да. Царевна принцесс, прямо. Вы будете помогать, Андрей? Нет, нет, я хочу, вот, чтобы там и помогали. Знакомьтесь с третьим женихом, проходите, Катя. Там и помогает. Чего? Привет. Привет. Я очень издалека приехал. Не знаю, знаешь ты такой город Новочеркасск? Это примерно 20 минут езды от Ростова. Антон, 33 года, владелец компании по ремонту электроники. Живет в Новочеркасске. Любит гонять на мотоцикле, снимать и монтировать видео из путешествий. Мечтает о доме на колесах. Гордится своими успехами в бизнесе. Насмотревшись на девиц из Инстаграма, жена Антона возомнила себя королевой и стала требовать от него роскошной жизни. Надеется, что Екатерина трезво смотрит на жизнь. Нет. Здрасте, парни. Да. А вам, как кажется, Екатерина трезво смотрит на жизнь? Ну, если честно, меня очень сильно смущает, что Екатерина, находясь в браке, пришла сюда со своим мужем. Я, как человек, переживший развод, я понимаю ее мужа сейчас. Это посерьезный человек. У него уже какие-то перспективы нарисовываются. С ним будет более интересно. Вопрос только с мужем, как она будет решать. Я правильно понимаю, так как Екатерина сделала из своего мужа клоуна, ваша жена тоже попыталась сделать из вас клоуна, правильно? Ну, я думаю, это классика. А вы не поддались? Ну, я поначалу поддавался, а потом задумался. А как она вас шантажировала и держала на коротком поводке? Наверное, уходила к родителям, да? Ну, у нас есть ребенок, и она знала, что для меня очень важно, чтобы ребенок рос в полноценной семье. А когда она требовала из вас вот такого отдыха и так далее, предполагал, что где вы это возьмете? Нет, я давал все, что мог давать. А она хотела большего? Не, я ее понимаю, когда ты видишь в соцсетях красивую жизнь, где такие же девушки живут гораздо лучше. Это все вранье. Лучше, те, кто живут круто... Но
Не, смотри, солнце мое. Те, кто живут круто, они не выставляют это все на показ. Потому что деньги любят тишину, и потом зачем? Ну какой смысл? Честно, вот на фоне всех этих ребят ты наиболее выделяешься. Потому что в тебе есть как бы и черта предпринимателя, да, ну, мужская черта, ты зарабатываешь деньги, ты не тратишь впустую время, ты реально делаешь. А также ты умеешь расслабляться по жизни. Антош, скажите, а не кажется вам, что с Катей будут не, то же, не те же грабли, а прямо вот история про то же самое? Все люди разные. Чтобы понять человека, с ним надо пообщаться. Не, она про себя говорит. Я не разная. Я такая, как твоя жена. Мне нужны деньги. Мне нужно внимание. Я хочу, чтобы ты занимался спортом, чтобы ты был красивый, занимался собой, носил бы цацки. А где ты возьмешь деньги на это, меня как бы совершенно не волнует. А я буду сидеть в сетях, уж мне это нравится. Мне нравится ТикТок, и я хочу стать ТикТок-звездой. Она прямо пришла с этим. Ну а вдруг мы оба эпатажные яркие личности, и мы взорвем ТикТок настолько, что нам хватит обоим... А что же вы тогда не разорвали-то, эпатажные вы наши, с бывшей? Ей надо было чуть-чуть другое. Ну тогда сначала давайте за травочку покажите сюрприз. А можно я пожму руку Катиного мужа? Конечно, нужно. Очень большое уважение вызываете. Спасибо. Уважение за что? За то, что муж приехал выдать замуж свою жену, что ли? Я не могу понять, жених? Странно. Если честно, я даже не представлял, что будет настолько яркая девушка. Но меня очень смущает вопрос с мужем. Так как я сам разводился, я понимаю, насколько это тяжело. И... Откуда столько мужества у твоего мужа? О, я не знаю, это честно сама. Это хайп? Нет. Это просто честно, что вот он есть пока. Не, ну честно, на самом деле, это очень достойно. Это лучше, чем когда люди скрывают то, как есть на самом деле, пытаются обмануть, врать. Из-за того ничего хорошего не получается. Мне кажется, мы подходим друг другу по яркости, по стилю жизни. Скажи, ты любишь эпатировать публику так, чтобы все говорили «да ладно»? Такие «вау». Ну да, да. Тогда мы подружимся. И вообще веду я. Спасибо. Спасибо, парни. Отправляйтесь в свою комнату. Скоро узнаете, кого выйдет Екатерина. Да, они друг другу подходят. Это видно, да-да-да. Прям с обложки, да? Если как бы говорить про пиар, то с обложки это вообще красно. Супер. Молодцы. Андрей, ну а как вам Антон? Не знаю, если честно. Я, если честно, его не совсем так и понял. В смысле? То есть он вроде как... С женой там не хотел сниматься, тут с Екатериной готов попробовать. Она его не звала, она с него требовала денег. И более лучшей жизни. Не, ну вроде нормальный парень, как бы... Так и что? Ну, нормальный. Но при этом почему-то жена ему понравилась ваша, да? И он не против стать мужем на показ. Кате очень понравилась, она очень яркая. Я чувствую, что она очень энергичная, насыщенная, вот. Это то, что мне нужно. Может быть, стоит поработать еще, последний сделать рывок, дать шанс? Нет? Я тоже хочу сказать, что, во-первых, это и для меня будет переломный момент. Сейчас от ее решения зависит, как бы, понятно, и мой дальше. Вот начните с малого, Андрей, сделайте хоть что-то. Потому что я сейчас больше на стороне, как это ни странно, Екатерины. У меня к ней много вопросов, но я на ее стороне, по-женски. Сделайте что-то, какое-то усилие над собой. Проснитесь. Роза, ты кого? Я за сохранение брака, а ты? Я тоже за сохранение брака, но кто меня слушает? Ну что, выйдешь за ней? Да, конечно, конечно, выйду. У нас здесь были пары, такие сложные, был алкоголик, понимаешь, он там ее бил. Но я видела, что там есть чувства. У вас друг к другу ничего нет, у вас вместо крови молоко сейчас, прокисшее.
Смотрите, значит, первый жених, второй, третий и ваш собственный, когда вам никуда не нужно идти, просто взять за руку и вместе пойти там в четвертую комнату или на сцену. Думайте, в любом случае мы вас поддержим. Проходите, первый жених, второй, третий и ваш муж. Надо помочь, поставить точку ее. Сделает. Ну, может быть. Может Помоги быть, людям. Может быть, это тот самый момент, который решит их судьбу, чтобы они больше не мучились. Я приглашаю всех выйти и поддержать Екатерину. Привет. Так, ну я пришла за тобой, выбираю тебя. Вот. Давай дружить, общаться, знакомиться поближе. У нас есть пара Роман и Екатерина. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся.